Первый вопрос – это результаты социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций государственных профессиональных учреждений городского округа Щелково. Очередное заседание антинаркотической комиссии открыл заместитель главы городского округа Щелково по территориальной безопасности Виктор Семин. На заседании обсудили ряд важных вопросов, например, результаты социально-психологических тестирований, занятость детей летом в целях профилактики преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, деятельность учреждений культуры, физкультуры и спорта по формированию молодежи и восприятия окружающего мира без запрещенных веществ. У нас с 2022 года реализуется межведомственный культурно-образовательный проект с комитетом по образованию. Мы тоже тесно сотрудничаем. Это культура для школьников. Ребята с 1 по 11 класс посещают наши мероприятия. На заседании также обсудили, как в Щелкове исполняются решения антинаркотической комиссии в Московской области и антинаркотической комиссии в нашем городском округе. Участники заседания отметили особую важность вовлечения несовершеннолетних в общественно полезную деятельность, формирование у молодежи культуры здорового образа жизни и духовно-нравственных ценностей. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.